Губернатор Евгений Куйвашев наградил победителей и призеров 10-го национального чемпионата «Молодые профессионалы», которые в сентябре вернулись из Саранска настоящими триумфаторами. Сборная Свердловщины завоевала 11 золотых, 4 серебряные и 18 бронзовых медалей и еще 31 медальон за профессионализм и коллективно вошла в первую десятку лучших региональных команд страны. Безусловно, ваши достижения на чемпионате – это ваша личная победа и заслуга ваших наставников. Но это еще и свидетельство того, что в Свердловской области уделяется большое внимание подготовке квалифицированных кадров для всех отраслей экономики. Сегодня в регионе работают свыше 100 колледжей и техникумов. В них обучаются чуть больше 120 тысяч студентов, что сопоставимо с населением Уральского города. Финал национального чемпионата проходил в двух форматах. На турнире в офлайне участвовали 10 уральцев, в онлайне в дистанционных состязаниях 33. Первые продемонстрировали мастерство в электронике, в столярном ремесле, в покраске автомобилей, в робототехнике промышленного базирования, пекли хлеба насущные и находили простые айтишные решения в делах сложного бизнеса. В итоге вернулись домой обладателями 64 наград за мастерство. А еще по итогам национального чемпионата 3 свердловских колледжа – Уральский политехнический, Екатеринбургский экономико-технологический и радиотехнический колледж имени Попова – вошли в топ-100 лучших российских учебных заведений среднего профессионального образования. По мнению власти, умелые наставники и прилежные ученики – это те самые краеугольные камни, на которых на Урале испокон веку держится мастерство. А ежегодные всероссийские чемпионаты молодых профессионалов в рамках нацпроекта образования превратились в кузницу лучших рабочих кадров для страны. Безусловно, без труда преподавателей, без целеустремленности и трудолюбия сегодняшних награжденных не получилось бы таких результатов. Я для ребят, которые получили награды, хочу сказать, что вы уже сделали один большой и серьезный шаг. Ваши награды пойдут в ваше резюме, в вашу копилку. Вы уже, как минимум, точно востребованы.